Халки – маленький остров в Эгейском море в составе архипелага Додеканес. Именно здесь начали реализовывать национальный план по превращению греческих островов в модели устойчивого развития и социальной экономики. Так появилась энергетическая община Халки-Он. Среди проектов, в которые вложились греческие и французские инвесторы, фотоэлектрическая станция. Солнечный парк позволил сократить выбросы CO2 на 2576 тонн, что эквивалентно выбросам 617 обычных автомобилей. В то же время производство зеленой энергии обошлось на 260 тысяч евро дешевле, а этого достаточно для покрытия расходов более 200 семей, проживающих на острове. 0 евро. Именно на такую сумму приходят счета жителям Халки. Что касается малых предприятий, их расходы на электроэнергию сильно сократились. Недавно мне пришел счет на 1500 евро. Я ощутил разницу, ведь раньше я платил 8000 в год. Инициатива «Экоостров» также нацелена на развитие зеленой мобильности, а также технологии 5G. Качество жизни на Халке значительно улучшилось благодаря телемедицине и возможности обучаться дистанционно. Теперь власти намерены масштабировать эту концепцию. Халки служит примером для всей страны. На деньги ЕС правительство в Афинах будет делать то же самое на других греческих территориях. Если память не изменяет, речь о 1 миллиарде евро. Здесь, на самом юге Европы, местное сообщество хочет рассказать миру о своих достижениях и услышать новые идеи о том, как продолжить движение вперед в области энергетической демократии и новых технологий. Вскоре на Халки прибудет большая делегация из Южной Кореи, которая хочет использовать опыт островитян.